Оставаться дома. С таким призывом гражданам стран и городов обращаются сейчас президенты и губернаторы. Россия сегодняшнего дня и на всю эту неделю присоединилась к тем, кто выбирает вариант остаться дома как лучшую защиту от пандемии коронавируса. А в выходные президент Татарстана Рустам Миниханов обратился к татарстанцам с просьбой соблюдать вынужденные меры. Сегодня такой напряженный период. Период, когда вот эта болезнь может перейти в такую стадию, когда мы не сможем контролировать. Поэтому те решения, которые приняты главой государства, президентом Российской Федерации, они должны неуклонно исполняться. Президент отметил, что важным пунктом самоизоляции является контроль близких людей, особенно детей и пожилых. Видеообращение к челнинцам записал и мэр Наиль Магдеев. Он обозначил 28 марта как начало новой жизни горожан. От этого этапа будет зависеть будущее не только набережных Челнов, но и республики, а также призвал оставаться дома. Это не внеочередной праздник, это необходимые меры, которые нам необходимо принять для того, чтобы бороться с этой страшной болезнью. Простое и важное правило, которое необходимо нам соблюсти в эти дни, все 9 дней находиться дома –